Здравствуйте, друзья. В 90-е годы я взялся делать вот такие вот подставки под цветы. Подставки эти непростые. Они сделаны из вяза, клёна, ясеня. Причем вот эти вот яйца или шары, они у меня были не клеенные. И вот эти колокольчики, это гранёные. Вот эти вот, видите, это гранёное. Вот. Вот этот вяз. Вот этот шарик из вяза. Это тоже из вяза. О, какой. Даже, по-моему, вот этот из карагача. Это то же самое, только более крупнослойный, ярко выраженный. Вот, чтобы высушить брус на 120, целиковый, не клеенный, понимаете? Из твердолистных пород ты его в сушилке не высушишь, он рванется. Его надо сушить сперва в погребе, в сарае, там, потом на чердаке, в общем, года три, иначе он рванется. Это все такое изделие штучное совершенно. Вот. Ну, тогда, в те времена, понимаете, не было рынка таких вещей. У нас понятия вообще об этом, и даже те люди, у которых деньги были мешками в 90-е, они строили дома, покупали машины, там ездили за границу, как говорится, оторвались, да. Ну и, честно говоря, я обошел сотни домов. Ну, эти вещи, себя, конечно, хвалить дело неблагодарное, но они такие, эстетические. А у нас те люди, у которых были деньги мешками, они очень далеки были, мягко выражаясь, от эстетики вообще. Им нужен был какой-то кич такой, типа богатый, вот такая, понимаете, золотая цепь с крестом на груди, на котором на кресте Иисус Христос гвоздями прибит. Это как символ всего на свете, да? Вот, ну вот такие вот подставки, да? Понимаете, они... Мне один, я считаю его великим человеком в смысле своей профессии, резчик по дереву Анатолий Иванович, не знаю, жив ли, здоров ли, это спец. Вот он, когда увидел мои подставки, он меня начал сильно расхваливать. Я ему говорю: Анатолий Иванович, да не хвали, что я по сравнению с тобой. Он говорит: не, Володечка, ты понимаешь в формах. У тебя, понимаешь, есть такое понятие заложено — гармония формы. И он меня очень похвалил, эти подставки. Я просто был поражен, когда их увидел. Вот. Я ими там торговал как-то там в цветочных магазинах, но продавал их за 1/3 цены от той, которой она должна была бы стоить. Да у нас и сейчас нету такого рынка, такого рода изделий. То есть он у нас как-то не развился. Может быть, когда-нибудь, я не знаю. Вот. Вот такие вот подставочки. Они склеены. Вот, то есть это все отдельные части. Ну, отдельный колокольчик, отдельный. Вот эта дудочка отдельно, потом талия отдельно, шар, опять талия, колокольчик и донышко. Вот. Ну, это технологически так делается, целиковая она тут и не должна быть. Но шар и все эти вещи, они выточены из целикового, так сказать, ассортимента. Ну, какие-то вот я делал матовые, какие-то там блестящие, глянцевые. Ну, это уже, как говорится, дело. Я вообще люблю такой сухой лак, понимаете, вот нитро, NC280, уже забыл, 4, да? Вот, или я делал, допустим, с кислотным отвердителем советский тот великолепный лак, и сверху, пока он не высох, там тогда не было, ну, или вот надо было НЦ применять как матовый, но он слишком матовый, а вот чтобы получить полуматовый, это еще было до того, как появились эти алкидуретановые лаки, я задувал морилкой по мокрому лаку, и он делался вот такой вот шелковистый. Это сложная была процедура. Вот это клен, вот тут есть такие элементы как бы скрипичности, скрипичного клёна, то есть волнистый клён, который скрипки делается. Вот этим подставкам уже, да вот он, посчитайте, если они у меня сделаны в 90-е, в начале 90-х, Анзол. Ну вот, похвастался, друзья.